Платного бронирования не будет. В Беларуси изменяется работа системы электронной очереди на границе. Для повышения эффективности ее работы указом президента отменяется безвозмездное размещение транспортных средств в зоне ожидания. Существовавшая ранее услуга платного бронирования времени въезда транспортных средств в пункт пропуска и зоны ожидания тоже отменяется. Вместо этого все водители по прибытии в нее должны будут оплатить регистрацию в электронной системе. При этом въезд в эту зону станет упорядочен и будет проводиться в порядке живой очереди. Часть денежных средств, полученных от функционирования системы электронной очереди, будет перечисляться Государственному пограничному комитету для совершенствования материально-технического обеспечения органов пограничной службы. Порядок и размер таких перечислений определит Совет министров.